Когда школьники сегодня удивляли всю страну своими кулинарными шедеврами и знаниями основ физкультуры. Три человека от Архангельской области участвовали в первом межрегиональном чемпионате Baby Skills. Конечно, поддержали родители и воспитатели, что совсем не умаляет таланты малышей. Убедился Артемий Заварзин. Если бы в детском саду «Белоснежка» поселились 7 гномов, они бы точно не оставались голодными. Воспитанница Дарина Кононенко знает толк в кулинарии, точнее, в кондитерском деле. Так называется компетенция чемпионата Baby Skills, где на уровне региона Дарина заняла первое место, теперь представляет область и родной Каргополь на межрегиональном чемпионате. Я использовала тарталетку, джем, сливки, посыпку, мандарин, виноград и шпажку. В итоге получилось пирожное с объяснимым названием «Мечта Дарины». И все бы ничего, но сладкий экспромт подчиняется строгим рамкам чемпионата. На задание отводится 15 минут, все фиксируется на видеокамеру и, конечно, под присмотром эксперта. Помогает поддержка наставника. Именно воспитатели выбирают компетенцию и обучают ребят. Но для всех, без исключения, Baby Skills – это первый опыт. В детском саду у нас в свое время проводился кружок кондитерского дела, занимались воспитатели. И поэтому мы решили вспомнить то, что было ранее, и решили принять участие. Ребенок раз у нас такой молодец, поэтому она совсем справилась. Нам надо было только немножко ее подточить. Оттачивали навыки, пусть пока и немногочисленные, 20 ребят из 8 районов области. Первый региональный чемпионат Baby Skills охватил 16 детских садов. Главная цель – познакомить дошколят с теми навыками, которые, возможно, пригодятся в будущем. Я не думаю, что для них это был стресс, для них это было удовольствие. Они показали свои навыки, показали, что они уже умеют в своем возрасте. Я думаю, что многие взрослые им даже позавидовали. И вот наши участники вышли и принимают участие уже в финале национального чемпионата. Национальный чемпионат – это 11 компетенций, 15 субъектов Российской Федерации. И среди этих субъектов – Архангельская область. Вместе с Дариной из Каргополя в межрегиональном чемпионате участвуют еще двое малышей из Архангельска и Котласа. Подведение итогов ожидают на этой неделе. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.